Только спирта в канистрах более 200 литров изъяли александровские оперативники. На кадрах, которые сделали полицейские, мы видим коробки. А внутри подделка под алкоголь известных марок. Сыщики изъяли свыше 1300 литров водки и коньяка известных брендов без акцизных марок. На след 43-летнего алкобарона оперативники вышли в ходе проведения всероссийского профилактического мероприятия «Алкоголь». Кроме того, полицейские обнаружили у предпринимателя около 500 пачек немаркированных табачных изделий. Образцы изъятой продукции направлены на исследование. По факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело. После проведения экспертизы немаркированной продукции следователи дополнительно определятся с квалификацией преступления. Сейчас оперативники устанавливают канал сбыта фальсификата с последующим изъятием товара из торговых точек.